20 ноября 2019, значит, вот уже огромнейшее количество у нас тут лайков, 67 тысяч. Я еще все на первой локации, у меня есть еще здесь чем заняться, не только кататься и делать грузы. Нет, это не самое основное. В общем, наверное, здесь немного хочу рассказать о своем опыте и о том, как улучшить вообще свои движения по игре с самого начала. Если бы я это знал, то, я думаю, какие-то рекорды ставились бы гораздо лучше, хотя рекордов не планировалось, просто даже что-то можно было делать проще. Вот. А что-то сейчас попробуем вместе, что-то я уже пробовал сам. Значит, вот этот утерянный груз можно, например, уже никуда не погрузить. Вот, у нас, как видите, перебор уже по весу. Вот, значит, у меня нету сейчас груза. Вот, например, на 3 килограмма есть груз, например. Вот, у меня здесь остались заказы, которые, вот еще один момент, я брал из общего хранилища. Брал грузы, вот эти все утерянные, и перемещал их в личное хранилище. Там они могут храниться очень долгое время. В общем, у меня здесь скопилось, поскольку я туда-сюда ездил, везде набирал заказы по полной. Вот, по полной там и до 200 килограмм доходило. В общем, если бы я с самого начала знал о том, что... ну, вернее, нет, на этой локации конкретно уже получается удобнее всего это делать, когда есть трицикл. Вот, без него, конечно, так не покататься, потому что на трицикл можно загрузить. Причем все время по-разному. Я еще не понял, сколько там можно загрузить, но что-то в районе 60, не меньше. Вот, а иногда бывает и больше. А, значит, например, грузы, которые не особо большие, вот, например, как вот этот, можно... да, можно, нет? Да, прикрепить к костюму. У нас 4 позиции на костюме. То есть, по-моему, до 5. У меня просто на 5 килограмм ничего конкретного нет. Ну, например, 3 можно смело прикреплять, например, к бедру. Вот. Значит, естественно, все, что там... Все, я посмотрю, у меня есть что-то на 5 килограмм. То есть, 17 килограмм уже нельзя прикрепить к костюму. Поэтому всякую мелочевку, поскольку он ее не всегда автоматически грузит... Вернее, он даже автоматически-то и не прикрепляет ничего к костюму. Вот, поэтому мы все, что легенькое, и у меня сейчас пункт к западу от столичного узла. У меня туда накопилось больше всего заказов, и я хочу еще сейчас взять, доехать все-таки, посмотреть, кто такой. Значит, ну, сейчас, в общем, все увидим. Прикрепить к костюму. Вот, все, что вот я говорю, 2 килограмма, там 3, я просто еще смотрю конкретно, чтобы не в одно место сейчас все отвезти. Вот. Далее что, значит, про общее хранилище и личное хранилище я рассказал, то есть это очень хорошие такие сделочки можно делать. В принципе, 3000 лайков пока что у меня было за сделку. Вот, при общем весе где-то в районе там 170 килограмм, ну, то есть на мотоцикле что-то было, на мне под завязку. Чем удобно еще под завязку грузиться на терминалах и при выходе из терминалов? То есть, когда ты загружен под завязку, невозможно упасть. То есть, ну, как бы ты идешь и так очень медленно. Вот. Значит, дальше что? Мы все прикрепили. Сейчас я буквально тут добиваю то, что можно взять на спину. Вот, что-то на мотоцикл можно погрузить. Просто вот вес у мотоцикла, например, да, у меня здесь максимум. Я не знаю, какой сейчас здесь вес максимум. Костюму не могу. Так, а, все, у меня получается то, что я максимально загружен, но как-то странно. Вот, можно автоматически, может, еще распределить груз. Может, это нам поможет. Вот. Может быть. И что это у нас? К западу. Попробуем, например. Не, уже ничего не может. То есть уже ничего даже легенького мы не возьмем. Так ведь. Прикрепить к костюму. Угу. Вот. Ну, про мотоцикл, вот. Он пишет, что все, что лишнее, он скинет. Ну, маленький вес, на самом деле, у меня сейчас с собой. Как-то странно. Ну, видимо, из-за того, что одна сплошная мелочевка. Вот.
Значит, остальное сейчас я только посмотрю, что я взял. Вот, значит, мне надо драгоценные картины. Я хочу к фанату Людона отвезти. Это желательно делать в хорошую погоду. В принципе, сейчас я сохранюсь. Вот, если что. Ну, в общем, маленький груз, можно и больше. Так что вот так. Ой, сейчас мы... Главное это все дело подтверждать. Вот. Ну, грубо говоря, обычно я делаю вот так. Отсюда. Ну, я уже все отсюда забрал. Я беру заказы, кидаю их там на спину. Вот. Хотя, может быть, отсюда можно как-то это сделать через личное хранилище. Историю владельца. Нет. Вот. И перегружаю это все в личное хранилище. Тут не так много заказов, в принципе, дают. То есть, например, можно даже брать стандартные заказы и также их кидать в личное хранилище. Вот. Так, значит, ну, в общем, все. Вот мы максимально нагружены, да, на нас 130 килограмм, на мотоцикле еще 60. А, подожди. Тихо. Так мы же перегружены. Ну, это, наверное, подожди, а что такое легкий перегруз? Ну, когда мы идем, в общем, мы не падаем. Вот. Значит, ладно, по мелочам. Надеюсь, погода будет хорошая. Сейчас потише немножко сделаю, чтобы не орать тоже самому. Вот. Значит, на максимальной скорости можно лететь. Вот. Значит, еще пару слов. Например, о... Ну, подойдем. Вот, например, если пешочком идти, то тоже не надо особо маневрировать. Меню постройки. Что-то громко. Вот, я, значит, улучшил все. Когда модификации заходишь, тут вот у нас музыка. Музыка разная. Плюс голограммы можно поставить рядышком, то есть дружелюбные, там еще что-то, поддержку, все остальное воодушевляющий. Остерегайтесь мулов. Также можно голос мулов, голос робота поставить, осторожно. Осторожно, впереди твари. Вот, впереди твари, все И остальное. впредь так держать. Но когда постоянно проезжаешь мимо, от этого устаешь. Я даже, ну, не то чтобы меня это сильно напрягало, но некоторые знаки я И впредь убирал. так держать. Потому что все время, например, ездишь туда-сюда и... Можете пользоваться. Вот, так что Счастливого так. пути. Ну и дальше музыка, естественно. Музыка, вот у нас альбом, получается, все это low roar. Вот. Счастливого пути. Так что так. А, ну и редкие голограммы, наверное, они за спецзаказ. То есть, ну, за limited edition. Вот, это моя непосредственно постройка, улучшена до третьего уровня. Так, конечно же, давайте расскажу тогда про улучшение. Когда мы улучшаем постройки, например, на карте у нас есть постройки, пока нет дождя, хорошо как раз. Вот у меня тут уже полным-полно маршрутов. Например, постройка, это моя постройка. Ну ладно, вот здесь вот постройки. Это почтовый ящик Ника Истона из столичного узла. То есть, в принципе, нам дают по 50 где-то лайков, если мы туда закидываем. И закидывать лучше всего, брать все, надо было это показать. Ладно, сейчас доеду до оттуда, буду помнить об этом. Что, откуда брать? Вон, дождь пошел. Ну ладно, ничего страшного. Тварей нету. В общем, если хотите посражаться с тварями, это лучше делать по скрипту в самом начале, как они появляются. Вот, потом их нету. То есть вот здесь они были, их нету. То есть в трех местах они, по идее, должны быть, но их там нету. Вот, ничего не видно. Нормально. Так, гоним на максималках, как бы дождик, конечно, чувствуется, чуть помедленнее едет. Заряда, в принципе, хватает надолго. Тут чем больше, как говорится, строишь, тем больше строится для тебя. В дождь мулов никаких нету. Они здесь не агрессивные, не нападают. Вот. Смолы периодически материализуются. То есть можно взять и буквально съездить из одного. Вот не повезло с дождиком, конечно. Я думаю, сейчас он закончится. Вот, еще можно сказать. Вот в этот мост я, по-моему, вкидывался. Там не особо много дают лайков. То есть, если вкидываешься в постройки чьи-то, то
Ну, я еще проверю конкретно, может потом попозже скажу. Что-то не особо много там лайков дается. Вот. И вообще может и не даваться. Вот. Дороги здесь очень растаптываются. То есть получается этих вот всех. Пока мы не взяли там мотоцикл и не ходили нигде. Этих как бы колеи не было такой протоптанной. А сейчас везде, где ездится. Вот. Так. Жалко, у меня не максимальный груз, поэтому пешочком пройдемся. Вот. Сейчас мы все это сдадим, все это дело. Значит, о чем я говорил и помнил. Вот отсюда надо забирать, вернее, не надо, а можно забирать. Это все то, что нам не нужно приносить, это то, что нам дают. То есть, когда у нас расширяется не хиральная сеть, а вообще, то есть доверие, эти даются нам звездочки даже на любом вообще уровне везде, даже когда мы приезжаем изначально, здесь есть какие-то материалы. То есть лутаться, по сути, не надо нигде, искать какой-то сверхлут, куда-то долго, ну, там, ходить, лазить, что-то выполнять. Здесь достаточно очень, по первости, достаточно много материалов, которые можно использовать на постройке даже мостов и улучшение этих мостов. В принципе, улучшать ничего особо не надо, но единственное, я говорю, вот такие изи лайки, ну, там в районе 50, например, если улучшать смотровую вышку, вот, 50-75 в среднем от, но это идут лайки как раз и в общую, и плюс, получается, к престижу конкретно на определенном узле. То есть здесь 4 узла, у меня на каждом из 4 узлов уже везде по 5 звезд. Вот. Значит, просто отсюда забираем. Например, вот смолы, вот если попадают, я не знаю, куда их тратить. Если кто знает, пожалуйста, в комментарии можно это отметить. Вот. В дальнейшем я не знаю, куда эти смолы будут тратиться или нет, пока еще не в курсе. Но металлы я вот отсюда уже все выгрузил. Здесь было у меня что-то порядка 3000. Что-то такое. И хиральный кристалл я просто с собой на запас взял. Не точно, но, по-моему, когда мы с этой локации уходим, у нас ничего с собой не будет. Это не точная информация. Вот. Но на постройке просто смело берем отсюда и строим. Как бы за их счет. И как бы нам, например, тот же Дай Хардман говорил, чтобы мы построили там ящик и все остальное. То есть мы берем это все с любого узла и строим при помощи ПХК, где удобно нам. Вот. Все остальное тут тоже. То есть что-то классическое, типа лестниц, тросов, это все практически там бесплатно. Вот. Значит, что, я сдал груз? Нет, нет, не сдал. В общем, хранилище, опять же, вот грузы. Тут один утерянный груз. Например, я его беру. Вот. Так, никуда не могу пока, шлана. Не беру. Сейчас я сначала сдам. Доставить запрошенного груза. Тут даже запрошенный груз есть. Но у меня здесь в основном... Так. Подтвердить. Ремонтные инструменты тоже подтвердить. Так. У нас все здесь нормально. Ну да, здесь все вот нормально. Да, опять же, здесь это основная доставка, то есть полностью подтверждаем. Если мы сейчас будем... Ну, здесь можно пропустить. При помощи опции. Я рад, что ты здесь. Опция. Настоящие чудеса. Диалоги повторяются, в принципе, очень интересные. В самом начале там первые 4. Дальше здесь можно автопропуск сделать R1. Достаточно много, когда заказов, как бы лайки уже не считаешь. Потому что, как бы, смысл их прям так считать. Вот, у меня, значит, перспективный транспортник. Где-то будет снег, я очень надеюсь. Опять же, повторю, я... В принципе, только недавно начал. Счастливого пути. Это тоже можно скипнуть при помощи X. Отлично.
Вот, у нас остался, значит, 32 килограмма, и эти 32 килограмма у нас... именно вот если мы берем доставку утерянного груза, у нас здесь как раз вот это в столичный узел, я не знаю, что оно у меня здесь делает, и фанату Людана. Мы сейчас поедем к фанату Людана. То есть здесь самое главное, например, мы все это выбираем и не доверять. То есть если мы этого не сделаем, то за нас это просто отправят. Вот. Так что вот так вот. Имейте в виду. Так, вот карт памяти, надеюсь, что-то здесь найду. Не знаю. Это мы уже увидим в дальнейшем. Пока еще даже не искал, на самом деле. Так, покатался, посмотрел, что вообще происходит. Мостов тут немерено уже настроено. Строят много народу. То есть я построил здесь пока что всего 2 моста. 3 моста, нет, 2. По-моему, 2 моста. 2 почтовых ящика и 1 смотровую башню. Вот и все, что я построил. Но за вот это время здесь настроили очень много всего. Очень, реально. Так, значит, я еще не был у фаната Людана вообще. То есть это вот сейчас, это где-то здесь. Вот. Значит, прошедшее время 5,5 часов. Что такое? Надо, наверное, прийти к нему с грузом. Вот, он здесь вот забрался так высоко. И через территорию мулов. Мулы, кстати, активны, я их еще не вырубал. Но можно и это все дело, по-моему, вот здесь вот пешочком пройтись. Так что я доеду, наверное, вот до сюда доеду. И здесь пройду, поставлю себе меточку. Так, надо от Сэма ее проводить. Где Сэм? Да, кстати, надо было центровку по Сэму. Так, поставим метку. Главное потом ее снять. Где оно? Вот, Людан здесь. А мы, наверное, вот сюда. И тут уже у нас, по-моему... Не, это просто метка. Все, значит, поехали. Что еще я хотел сказать? Да вроде пока ничего. Погодка хорошая. Тут еще какие-то грузы для фаната Людана, но не так часто. Да, сейчас мы... Гроза нам не страшна. Так, что я хотел? Значит, здесь у нас с собой ничего нету. Здесь можно попить, но мы не устали, хотя это было бы неплохо. Сейчас наберем, значит, кепочку. У нас такая вот модная кепочка. Ой, не видно. Модная кепочка и очечки. Вот, едем к Людану. Так, метка, метка, метка. Да, вот этой метки нам надо доехать. Так, 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 стой, стой, стой. Попасть мне надо. Ой. Так, зарядиться. Ладно, там дальше зарядимся. Вот эта постройка Никвистона, я в нее вдонатил из их как раз... Блин, опять дождь. Ладно, ну будем считать, нам повезло на дождь. Не так часто это бывает здесь. Но в то же время мулов не будет, хотя они не страшны. Вот, надо было, наверное... Ой, ремонтный спрей взять. В этот раз. Да ладно, посмотрим, что будет вообще. Сохраняться я не сохранялся, но у меня есть там предыдущее сохранение. И ладно. Ой, я даже не знаю, блин. По-моему, у нас, кстати, там не очень все хорошо с грузами. Так, и здесь у нас вообще не очень хорошо с залазом. Попробую, наверное, оттуда. Я говорю, здесь не был. По-моему, через мулов самое простое. Надо было ремонтный спрей брать все-таки. Так. Попробую отсюда проспидранить немножко. Вот. Давай, бегим. Не знаю, что будет с байком, но я надеюсь на сохранение, опять же. Вот, на таких местах в дождик, конечно, особо не попрыгаешь. Ну, кто-то прыгает, и нормально. Здесь не очень крутой склон, это можно проверить назад. R1. Вот, выбирать места более, так сказать, попроще. Вот, звук опять как в Дейзгане.
Здесь очень крутой склон, конечно, но мы как-то... Так, утерянный груз, драгоценный, поврежден. А, контейнер. Ой, да мы при... Слушайте, тут открыто. Так, аккуратненько спускаемся. Вот это вот главное, потому что сейчас скользко. Так, а ну-ка. О, тут открыто. Здрасте, здрасте. Я, кстати, не знаю, кто такой Люден, ни у кого не видел. Пока что. Блин, тут открыто. По-моему, было закрыто. По-моему, у него закрыто, пока мы ничего не находим. Долго этот груз я тащил сюда. Но я хочу познакомиться, кто это. Я вообще не в курсе, если честно. Так, доставка, доставка. Он ничего не запрашивал. Вот, как видно. То есть все серым. Утерянного груза. То есть мы ему возвращаем. Сейчас познакомимся. Я не видел, кто это. Не знаю. Даже не буду скипать. Очень интересно. Я думал, здесь закрыто. Я помню, Артур... Доставляю груз. Black Silver приходил вначале, но здесь было закрыто. Как я помню. Это ты, курьер? Какое облегчение. Я уж думал махнуть на все рукой. Не знаю, как ты это делаешь. Честно? Респект тебе. Серьезно, респект. Вот такой вот человек. И у него тоже есть уровень связи. Оказывается. Вот. Поэтому я здесь вот внимательно ничего тоже не пропустил еще. Хотя это всегда можно автопропуск. Вот. Ему понравилось. Вот уровень связи. А, нет, два. Два. Так, фанат Люденов предоставляет данные о следующей голограмме. Огромный Люден от Нендороид. Окей. Три, даже сразу три звезды. И, в принципе, можно здесь поездить. Бывает часто что-то встречается для Людена. Было просто закрыто. Надеюсь, мне это не показалось. Поэтому я сюда, можно сказать, вот, грубо говоря, последний так... И о нем я еще вроде нигде не читал. Надо будет, кстати, почитать какие-то письма. Вот. И Люден, скорее всего, должен что-то еще дать. Ну, там, как кепочку или звезду. Мне кажется, здесь будет пятая звезда на штанину. Вот. Так что так вот. Ну, посмотрели, кто это. Пора уже и мне познакомиться поближе. А, его надо подключить. Вступить в UCA и все такое. Ты ведь мне с этим поможешь? Обязательно. Дождь прям идет. Надо спасать мотик сейчас. Ну. И ремонтировать мотик. Давно сюжета не было. Но я почему-то все вот не осмеливался сюда приехать. Не знаю почему. Пятая точечка у нас. Новая нить. Вот. Фанат Люденов вступает в UCA. Вот у нас, значит, метки здесь вокруг. Он, кстати, прям через гору от крематория. В крематории, кстати, нет смысла никакого идти. Там, как один из выпусков у меня... обозначен, что он как бы заскриптован. Действительно, твари там не реагируют. Я в одну тварь, исключительно в одну тварь, нигде не бегал, там ничего остального. Просто не стал выкладывать, потому что быстро убедился в этом. Кинул в районе 10 разных гранат. То есть я специально с собой запасся. Думал то, что на каждую тварь будет в районе по двух. Всегда попадал, естественно. Вот. И ничего не действовал. В самом же крематории ничего нет. Может быть, что-то вокруг есть ближе к горе. Вот если сейчас смотреть, да, от Людена ближе к Людену. Вот за этой горой. Может, что-то есть, но это тоже не точно. Как видите, у меня все, что вот зеленым отмечено, такие полоски, это мой маршрут, который был. По-моему, здесь все. Здесь 5 из 5. Так, этот район подключен к хиральной сети. Теперь вы можете видеть и использовать находящиеся в нем объекты. Окей. Спасибо, Сэм. Слушай, будь осторожен. Мне бы не хотелось, чтобы эта встреча стала последней. Мне нужно время, чтобы осмотреть груз, что ты принес. Я с тобой свяжусь по почте. Обещаю. Слушай, можно еще раз к тебе обратиться?
Не пойми меня неправильно, но между нами как будто есть связь какая-то. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Вот. И от Людона у нас теперь есть заказ. Ну, посмотрим, что у нас там хочет от нас Людон. Но он хочет стандартные заказы, и он хочет, чтобы я достаточно-таки много отнес под дождем. И все это в столичный узел. И надо забрать модели тираннозавра у мулов. Вот. В общем, так вот. Все это, я думаю, буду делать чуть попозже. Надо сейчас, короче, доехать, отдохнуть. Нам ничего не надо. Вот это вот можно взять с собой. Образцы микроорганизмов в столичный узел. У меня, в принципе, и для столичного узла много чего есть. Ладно, попробуем. Попробуем взять вот это и вот это. Это я на квадратик. А, ну это же нам не надо тащить. Это нам обратно тащить будет. Все, берем от него все заказы. Вот. Надеюсь, нормально донесем это все дело. Вот, и даже у Людона можно забрать хиральные кристаллы 66 штук, смол 514, который неизвестно куда, и металлов аж целых 960. Здесь лучше жать на подтвердить как можно дольше. Погрузить все тоже. Все подтверждаем, уносим. Правда, там дождик идет, ну ладно. Ничего страшного не случится. Не в первый раз. А может сейчас и твари пойдут.